поймали с наркотой. Я пытался заработать немного денег, чтобы списать все свои долги. Я нашел сайт, это был интернет-магазин наркотиков, и устроился у них на работу. И где-то работал неделю у них на работе, ну, на сайте. И это был мой самый большой вес, который мне дали 50 грамм. И 50 грамм я забрался как закладка из травы на трассе Махачкала-Хасавюрт. Я позвонил таксисту и попросил таксиста, чтобы он купил с Ахнатона зип-пакетики. Это пакеты, которые закрываются. Таксист принял мой заказ, купил мне зип-пакетики и поднялся туда. Я пошел, когда встречал зип-пакетики, у таксиста забирал. В этот момент ко мне подъехали участковые.